Здравствуйте всем, я Оксана из «Жизнь как она есть». Сегодня мы сразу начали наше видео с кухни. Сегодня у нас будут пирожки. Тебе даст под что? Под тесто. Сегодня у нас будут пирожки с разными начинками. Супер, вот просто супер-супер тестом. И сегодня мы будем испытывать все-таки тесто-мес наш. Будем делать несколько замесов. Сейчас его прикрутят на столик, чтобы поставить сюда, чтобы он уже был такой, как стационарный. Пока Михалыч не делает розетку, я жду. Здесь у меня приготовление. А? Да, на кухне здесь тесно, народу много, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, я 8. Мальчишки ждут, сейчас будут чистить картошку на пирожки. Пирожки будут с картошкой, с печенью, с луком. Вернее, отдельно с картошкой, отдельно с печенью. С капустой Регина пережаривает капусту. Я подогрела молоко, залила дрожжи уже на первую партию. Так, молоко нам еще понадобится. Яйца, сахар, мука. Ну, в общем, я в ожидании. Да, меньше. Так, разворачивайся. Отходи. Разворачивайся. Вот так. Вот так. Вот так. Да. Вот так. До конца. Добрый. Да, да, да. Да. Ну. Так, что еще? И сюда идет у меня... А, масло, я же где растопила. Забыла масло. И все. Сейчас я это размешаю, наверное. И потом буду подсыпать муки. Килограмма у нас сюда идет муки. Если что, подсыпем. Нет, мне кажется, нужно переставить нож. Вторую, наверное, все-таки партию вымешаем руками. Размешал, но оно не такое крутое. Надо будет до муки добавлять все равно муки. Ну, если маленькими порциями делать, а? Эклеры, да. Вот на эклеры здесь идеально. Оно размешивает хорошо. Это заварные, которые... Его вот как раз порции будет достаточно на эклеры. А на пирожки будет все-таки нам это маловато. Ну что это? Совсем. Если брать такую, чтобы нам хватило на один раз сразу порцию, то дежа должна быть, наверное, литров на 30. И оно такое стационарное должно быть. Ну ничего. Но зато вот оно, понимаете, такое прям однородное. Вот ты не замеси, руками замесить такое. А это прям такое. Вся вымазалась. В общем, мы решили, что надо учиться им пользоваться. И вторую партию решили также замесить через этим. Так, сейчас и третью партию сразу сделаем. Я все туда уже засыпала, только осталась мука. Да, плюс того, что он это, я ожидала, что он будет очень громкий. Ваня, мука еще достань вот в коробке. А он довольно-таки тихий.
Ну, мне нравится... А? Один давай. Мне нравится вот структура теста, которое он замесил. Прям такое... Идеальненькое. Да, идеальное. Как ты любишь, идеальненькое. Идеальненькое. Вторая партия получилась намного идеальнее. Получилось быстрее у нас. И сейчас третий замес сделаем. Ну, я так думаю, пусть она чуть подольше, вот такими частями, но не утруждать свои ручки. В принципе, если я изначально сказала, что он не пойдет для твердого теста, ну, для крутого, пойдет. Небольшими порциями можно будет делать. И вот я сняла сейчас его, не снимая этот... Вот этот крюк. И уже быстренько и так у нас получилось. Добавляем пережаренный лук. Желательно побольше его добавить, чтобы оно такое нежное было. Мы сейчас стояли и решали, просто печень с луком или печень с рисом и с луком. Ну, решили, что все-таки оставим печень просто с луком, чтобы был обалденно насыщенный вкус просто печени. У нас не все любители пирогов с печенью, поэтому 2,5 кг фарша нам хватит. Давай, доставай. Неси как свои. Давай. Комки. Тазик 30. Сколько по весу, Ян? А? По весу сколько? Не знаю, точно не могу сказать. Да. 10. Да, нет, больше, наверное. Сейчас будем стряпать. Ой, как они вдвоем на пару. Ладно, уже поздно. Уже поздно метаться, да. Все. Еще туда лучка осталось обжаренного добавить. И после Кирилла комки все разбивают. Кирилл плохо разбивает. Эля после него добивает, да? Ложкой? Мироша, покажи, что у тебя. Иди сюда. Покажи, ничего себе, акула больше тебя.
Значит, сменяются у нас мастера лепки за столом. Так, берешь, ты, значит, Эля сказала, остались самые стойкие. На помощь пришла Вика, Даяна. Кристина приехала. Я кидаю блинчики, я кидаю тесто. Ой, скоро внучка подрастет, да? Будут пирожки стряпать. Ну. Осталось все совсем немножко. Тесто тоже осталось совсем немножко. Как раз. Вкусные пирожки? Горячие. Горячие. Осталось тесто. Сейчас мы просто... Тут куча было предложений, что сделать с этим тестом. И сладкое, и не сладкое. И сосиски в тесте, и не сосиски в тесте. Разбежали сразу советчики. Просто на сковородке сейчас сделаем такие лепешки. Духовки лепешки мне сделай. Я на сковородке сделаю лепешки. Тебе не надо, мне надо. И я буду их есть с вареньем. Печень мою пожалей. С вареньем. Печень. Я тебе ее выклюю. Мама, вы сюда одну лепешку сделай. Я в этом не положите ему, вот положи ему одну лепешку на противень. И не говори мне, что я тебя не кормлю. Не говори, что я тебя не кормлю. Да. В общем, вот такие лепешечки. Такие лепешки делаются из обычного теста, вообще из простого, там вода, мука. Даже без яиц делаем часто. Ну, а так как у нас осталось тесто, мы тоже сейчас хорошо раскалим сковородочку. И с вареньем хорошо. Вот так лепешечка получается на сковородочке. Вот такая вот. Дальше пошли, что у нас с пирожками. С разными начинками. Вот. Ну, я не знаю. Сейчас поставим на стол, посмотрим, что у нас получилось. Пока снимаю лепешку. Ну все, готово. Ну, значит, мы сегодня хорошо поработали. Дружно, всей толпой хорошо поработали. И на этом я говорю вам до свидания. Пока-пока. Всем хорошего настроения. Всем да ладно. Все удачи. Мироша, иди сюда, солнце, иди сюда. Он не хочет. Тогда ты скажи. Что сказать? Что сказать? Что всем пока-пока. Всем пока. Молодец. До новых встреч. Скоро еще увидимся. Ну вау, ты давай быстрее. А? Жду. Я бы уже руками давно замесила. Замешала, замесила. Сейчас опять он резко будет. Михалыч, он послушал от тебя, ё-моё! Из пола не вылезет. Вот послушай мужчину и сделай по-своему. Дина снимает для ТикТок. На счет три приготовились? На счет три. На счет три все бежим сюда, хорошо? Приготовились? На счет три, ладно? Хорошо. Сейчас, подожди, я думаю, как сделать, что сделать. На счет три бегите. Это я!
Если это еще собрались, не все. Еще нет Вики с молодым человеком. Еще нет Олега Михалыча. Ой, елки, они тут ТикТок снимали. Сказала, что кого-то дома еще нет. А Вика пришла, Олег пришел. Ты что, одна? Так что сегодня Димы только не хватает. А Михалыч подстригся. Лысая башка, дай пирожка. Дай пирожка. Я тоже в камеру. Я тоже в камеру. 155. Да не ври, я говорю. Да не ври. Печалька. Нам, знаешь, надо просто... Регина, вот вы... ты что? Регина! Скинь. Плохая Регина, нельзя!